Та-дам, 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 та-дам. Девчата, я купила себе постельное белье. Посмотрите цвет. Я просто в восторге. Качество. Вау, просто вау. Очень красивое, прям вообще фантастически красивое. А как цвет? Угадала, да? Вот такая красота. Юра, смотри, Карина мне что подарила. Что это? Это грибы? Помидорчики свои, угу. Яйца у них свои. Угу. И смотри, апельсины, мандарины. Мандарины, смотри, это прямо с дерева. Огроменные. Ой, здорово, это такой. Мандарины? Да, и вот тут еще апельсины. А это еще Оле с детками подарок. Ну как? Неплохо. Подружка моя. Так, всем добрый вечер, девочки, здравствуйте. О, Танюш, Федулова, чё не спим? Сколько у вас там время-то? Так, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Ну что, завтра у нас уже на марафоне предварительный прямой эфир, поэтому мне хотелось бы еще раз вам напомнить о том, что уже послезавтра утром стартует волшебный предновогодний марафон. Так что, если кто-то что-то вдруг забыл, не успел, опаздывает, не опаздывайте, девочки. Опаздывать на пути к лучшей версии себя негоже. Нужно не забывать о себе. Самый ценный вклад, самый правильный и полезный – это в себя. Потому что дивиденды в виде хорошего настроения, здоровья – это самое лучшее, что можно получить. Добрый вечер, здравствуйте. Считаю досуг состоявшимся. Супер. Так, Кариша, привет, дорогая. Катя, я приняла уже. Очень-очень ждем. Да, уже завтра в 12 часов по Москве предварительный прямой эфир. Там я все подробно расскажу, как обычно, все-все-все разжую. С собой нужно иметь только ручку и тетрадку для того, чтобы какие-то моментики записать, если нужно будет. Марафон стоит 2500 рублей. Наташенька, добрый вечер. Вы такая крутышка. Спасибо большое. Вы, кстати, посмотрели сторис? Мы сегодня ездили в гости с Юрой. Здесь есть такой район, называется СНТП. К нашим знакомым новым. Они купили себе недавно здесь виллу. Причем купили виллу так недорого, я просто в шоке. Небольшая вилла, но с шикарнейшим видом, потрясающим. Знаете, по какой стоимости? 8 миллионов рублей. Всего-навсего за виллу на море, 8 минут до пляжа песчаного, с таким видом потрясающим. Это просто. Я считаю, что это просто подарок. Красотка, как всегда, спасибо. Прямой эфир на той страничке? Прямой эфир на странице марафона, конечно же. Очень активная женщина, умничка, привет из Волгограда. Аня, я не просто очень активная, я гиперактивная. Мне уже лечить надо и говорить, хватит, остановись, куда ж ты все время летишь-то? А сначала все, кто хочет на марафон, сделайте ту пластику, операцию. Потом тоже дальше можете присоединиться на марафон. Мавьюда. Мавьюда какая-то. Какая-то Иуда, а не Мавьюда. Давайте мы ее сразу удалим, ну ее подальше. Здравствуйте. В Сентепе очень много проблем на земле, там тоже проблемы с водой. Не знаю насчет проблем на земле, пока что ребята счастливы, довольны, живут там уже 2 месяца, никаких проблем не испытывают, поэтому проблемы есть везде. Вы думаете, где-то нет проблем? Везде есть проблемы, поверьте мне. Я жила в Московской области, у нас тоже регулярно были проблемы.
Ирина Александровна, дорогая наша, добрый вечер, как же мы соскучились. Спасибо, правильно делаете, время-то летит. Катерина, Ирина, вы собираетесь в Москву в ближайшее время? Да, собираюсь. Как долго идет время между марафонами? Ну, наконец-то начало выходной, вы, как всегда, прекрасно выглядите. Да, уже совсем скоро, уже завтра у нас с вами предварительный прямой эфир, а в понедельник у нас уже старт. И представляете, девчонки, мы с вами стартуем, и через 20 дней, 25 декабря наступит, когда мы с вами закончим, а потом уже и Новый год. Ну вообще, мы с вами красивые, довольные, добрые, вступим в Новый год. Надеюсь, что это поможет миру наконец-то стать добрее. Добрый вечер. Топу на руки получили, там с документами проблемы. Все получили, все хорошо. Вы очень красивые, люблю вас. Они вам просто завидуют, не обращайте внимания, подписано на всю вашу семью. Да я знаю, знаю, они просто завидуют, и поэтому пытаются меня хоть как-то уколоть, где-то мне подножку поставить, сделать мне гадость. Сделал гадость, сердцу радость. Ну, я вот, знаете, как-то писала, даже пост был у меня такой, какая разная бывает у людей радость. Кто-то радуется цветочкам, деткам, не знаю, жизни радуется каждую секунду, делает мир добрее. А кто-то радуется от того, что человеку пытается сделать гадость. И радуется, когда у человека там что-то найдет, складочку на спине. Помните, как у меня был пост как раз? Про складочки на спине увидели на моей. Господи, боже мой. Да пусть это будет самое смешное в вашей жизни. Это мои складочки на спине. Ирочки, все такие гиперактивные, я сама такая, все и везде мне надо, все надо успеть. И успеваю, сейчас жду с нетерпением марафона, чтобы зарядиться еще быстрее все делать. А Софа пишет, как же я жду. Ростов, привет. Аня пишет, я за вами наблюдаю еще с дома 2. Жду встречи на марафоне. Вы шикарная, спасибо. Очень красивая, дорогая Ирина Александровна. Спасибо, Катюша. А Новый год в Москве? Да, Новый год в Москве. Уже накупила подарков. Показать вам подарки? Ох, сколько подарков я сегодня купила своим внукам. Это что-то. Хотите, покажу, кстати, какие я... Ну, Кирюшины не буду показывать, а Левины могу показать. Потому что Кирюшины у меня на втором этаже, а здесь на первом пакет стоит с Левиными кроссовочками. Могу показать вам, сейчас покажу. Бабушка едет с подарками, смотрите, деткам. Итак, для Левушки подарочек. Узнаете значочек? Я покажу. Вот такой подарочек для Левушки. Та-да-да-дам! Та-дам! Смотрите, какие хорошенькие. Такие мягенькие, легенькие. Все тянется хорошо. Вот прям вообще прелесть. Это Левушки. Так. Ну и 1 300 000 таких машинок. Пол пакета огромного этих машинок Hot Wheels. Так, Ирина Александровна, мне 38 лет, ваша пара с Юрой меня так вдохновляет. Вы такие клевые, спасибо огромное. Здравствуйте, дорогая Ирина Александровна, большой привет из Казахстана. Здравствуйте, саламат сизбар. Ожидание марафона, ожидание чуда, ожидание изменения в себе, ожидание мира и добра, скоро все будет скоро. Добрый вечер. Вы всегда все верно говорите, вы очень мудрая. Спасибо. Ирина Александровна, как не реагировать на знакомую? Все повторяют, ремонт такой же сделал, даже посуду повторила. А почему вы переживаете? На самом деле это же здорово. Если человеку приятно за вами повторять, если ему хочется делать так же, как вы,
Почему вас это так расстраивает? Это же хорошо. Ну вот не может она сама придумать, ну понимаете? Ну вот ей нравится, как делаете вы. Ну пусть повторяет. А вы ей еще и помогите советом. Я бы так сделала. Я бы еще подсказала, где поправить. А что же мне тогда делать? Представляете, за мной сколько повторяют. Сколько людей повторяют за мной. А я наоборот показываю. Вот, смотрите, как можно. И пожалуйста. Зачем придумывать велосипед, если его уже придумали? Так же здесь. Вот ей кажется, зачем что-то еще придумывать, если вы сделали идеально. Значит, она вот видит в вас такой вот пример. Ну, это же здорово. Добрый. Ирина Евгеньевна, самый добрый, замечательный души человек. Я Александровна. Александровна, я Люба. Скажите, пожалуйста, какая духовка лучше, газовая или электрическая? Очень важно ваше мнение. Однозначно, электрическая духовка мне нравится больше. В газовой духовке вот такого распределения ровного прогрева не будет. Всегда будет прогрев идти там, где идут вот эти газовые горелки. Поэтому лучше делать электрическую. Ирина, можете в двух словах сказать, как скинуть вес до Нового года максимально больше? А зачем мне говорить в двух словах? Приходите на марафон, я вам не в двух словах расскажу. Утром, в обед и вечером рассказывать буду, как делать вес. Классный, вы как всегда молодец. Какая молодец, такую бабушку найти нужно. Классные кроссовки, красивые, прелесть. Мумия. Хорошо. Главное, чтобы это вам жить не мешало. И смотришь же, смотрите, у меня же закрытый аккаунт. Представляете? Ладно бы открытый был, сейчас бы сюда какие-то чужие засланцы запрыгнули. А вот сидит на моей странице и меня же обзывает. Ну, какая-то странная тетка. Добрый вечер, восхищаюсь с вами. Крутая, интересная девушка. Привет из Черкесска. Привет. Ой, Hot Wheels, Левушка будет счастлив. Не оскорбляйте. Сейчас я вам покажу, вы обалдеете. Вот это вот все Hot Wheels. Огромное количество просто. Вот, видите? Это чек. Вы помните по-казахски? Конечно. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Сиздена тамаскалай. Джурна стамакшуки. Ваш любимый парфюм. Не скажу, что прям есть любимый. Мне по настроению. То один нравится, то другой. Я перед тем, как выйти и взять духи, я всегда понюхаю, и вот какой по настроению подходит аромат, тот и использую. Здорово, когда другой человек вдохновился, задуманное повторяет. Спасибо. Как узнать правила участия в марафоне? Написать мне в директ, это очень несложно вообще. Берете просто и пишите в директ. Здравствуйте, я хочу узнать условия прохождения марафона. И все. Вам нравится на Кипре? Очень. Очень нравится. Привет. В этом месяце сколько вам за электричество пришло? Сейчас скажу. На русские деньги около 5000 рублей. Это на русские деньги. Вам нравится Керхис беспроводной? Очень. Все нравится хорошо прям. Смотрю, у вас дочка 5 лет. Такая тетя красивая, говорит. Спасибо большое. Вы сегодня какая-то слишком веселая. Слишком, не знаю, просто такое настроение приподнятое. Представляете, съездила, сегодня очень много дел сделала. Съездила, купила подарки. Подарки выбирали вместе с Олей по видеосвязи. Потом поехали, отвезли Николая, нашего свата.
Элины мужа в аэропорт. Потом с Элиной и с Юрой поехали в гости к нашим друзьям. Там так красиво было, необыкновенно просто. Играли на гитаре, пели, такой красивый закат. Потом приехали домой, поужинали с Юрой. Потом я вот к вам вышла. А чего плохо-то? Чего пукситься? Конечно, настроение приподнятое, конечно, хорошо. Спасибо большое за ответ. Вы такая прелесть, просто слов нет. Ну как же можно быть такой милашкой? Ой, спасибо большое. Вы как психолог, посмотришь вас, и как-то на душе спокойно и легко. Люба, вы не представляете, какое количество людей мне говорят те же самые слова. Но самое главное, что мне это говорила моя мамочка, Царство Небесное. Она так говорила мне, когда мне звонила, и она говорила, вот позвоню тебе, и так хорошо на сердце, так легко, так спокойно становится. Ты, говорит, такая теплая. Вот так она мне говорила, это просто, вот до сих пор ее слова, вот прям я слышу их. Что Кирюши купили, тоже очень интересно. Ну, Hot Wheels, это им на двоих, а кроссовки Кирюши тоже купила, безумно красивые, они просто наверху. Да, Hot Wheels все разные, вообще все. Какой приятный голос. Спасибо, Инесс. В Москве, ну, Оля сказала, что Hot Wheels вроде как из России ушли, поэтому я и купила побольше. Я очень рада вас видеть, все бросаю, смотрю ваш прямой эфир. Ирина Александровна, супер позитивный человек. Спасибо, Анечка. Ирина, вы не обращайте внимания на всех недоброжелателей, они просто вам завидуют, вы красотка. Спасибо. Когда в Москву? В среду в Москву улетаем, осталось нам уже здесь 3 дня, поэтому... Скоро уже картинка поменяется на снежную. Начнем с вами вместе наряжать елку в нашей квартире. Вместе с вами будем гулять по нашему району. Ну, в общем, скорее всего, будем больше готовить все вместе. Потому что уже сада там не будет, а будет только квартира. Поэтому будем готовить. Как не обращать внимания на человека, который постоянно меня оскорбляет? А почему не надо обращать внимание? Если вас оскорбляет, нужно поставить человека на место, обозначить ваши личные границы и постараться с ним не контактировать. Если это человек, с которым вы живете, то с таким человеком жить нельзя. Нужно себя любить и уважать. Ни в коем случае нельзя свою жизнь тратить на то, чтобы слышать, как вас оскорбляют. Но это неправильно. Привет, извините, привет. Вы были на Байкале? К сожалению, нет. Когда были в последний раз в Симпалатинске? Около 5 лет назад, примерно. Новый год в Москве? Да. Заряжайте энергией всем, кто не был на марафоне, советую. Будет круто, будет восторг. Спасибо огромное. Элина тоже хотят переехать? Элина уже переехали, они же купили здесь прекрасную виллу, красивую. Большая, красивая. Сейчас они занимаются уже тем, что начинают обустраивать сад. Так что у нее шикарно. Чувствуется, что о мумии пишет реальная корова. Добрый вечер. Мы сегодня повесили шторы гирлянды. И настроение сразу стало хорошее. Создаем настроение сами себе, всем мира и добра. Правильно, Танюша. Я тоже, кстати, приеду, обязательно повешу на шторы вот эту вот занавес гирлянды. Очень красиво они смотрятся, мерцают, обожаю их просто. Ну, правда, вы красотка. Спасибо. Вы улыбайтесь чаще. Как же мы вашу семью любим, такие милые, настоящие. Юру обнимаем, привет передайте, уважаем, любим, теплые вы. Спасибо большое, обязательно обниму. Я это и так делаю, а тут обязательно еще передам ему. Как только закончу эфир, позову его, как обычно, Юра. Юра спускается, мы идем пить чай, и я его обниму и скажу, что тебе передали привет. Да, реально теплая. Если бы не Северный Кипр, где бы тогда жили? Я, кстати, на этот вопрос уже неоднократно отвечала. Там, где живут мои дети. Все, для меня это самое важное. Неважно где, хоть на Северном полюсе. Если там будет один из моих детей, значит, где-то рядышком будет мой шалаш. Здравствуйте, от вас веет позитивом, теплом и любовью. Вы еще строите квартиру на Кипре? Да, строим.
Как здорово, что ваши друзья тоже рядом. Мы здесь познакомились. С этими ребятами, с семьей мы познакомились здесь. И очень нам прям понравилась эта семья. Мы с удовольствием с ними дружим, познакомились, общаемся. Очень нравится. Вы очень хорошо выглядите, красота. Вы в молодости были красавицы. Спасибо огромное. Чикаго, добрый день. Будем с нетерпением ждать эфиров из Москвы. А вы едите чипсы или семечки? Чипсы точно нет. Терпеть не могу чипсы. Вообще просто даже на вкус не переношу. Ну, не знаю почему, никогда не любила. Вот. А семечки люблю. Я не знаю, может, это мое деревенское прошлое. Может, магния не хватает. Но семечки люблю, это есть. А я вот делаю свои дела вечерние, слушаю вас, как радио на фоне. Очень почитая вы, Ирина Александровна. Привет из Италии, вы очень приятная, красивая женщина. Кто вы по гороскопу, вы чудесны. Спасибо огромное, привет Италии. Я скорпион, месяц это скорпион, а год дракона. Скорпион и год дракона. Почему-то, кстати, кто говорит, говоришь скорпион, все, ой, это такой тяжелый знак. Я вот не считаю, что скорпион какой-то тяжелый знак. Мне кажется, что скорпион очень яркий знак. Вот прям такой яркий. А дракон это вообще фигура для парада. Это ж как парад всегда весело, классно. Как же ваш сад опять зарастет? Вот это, кстати, тоже. Я 3500 раз уже сказала, что мы наняли садовников. Раз в неделю к нам приходит 3 садовника. 3 раз в неделю. Вот вчера они у нас были. Они уже знают все мои требования, все мои предпочтения. Они знают, какие растения стричь, какие не трогать и так далее. Вот недавно они подсели газончик под моим присмотром. Бугенвиллю я им запретила стричь, потому что они некрасиво стригут. Показала, что можно, что нельзя. И вот 2 месяца я их курировала для того, чтобы они привыкли к моим требованиям. Так что сад не зарастет, сад будет ухоженным. К нашему приезду будет просто огонь. Ну и плюс, конечно, у меня есть WhatsApp главного садовника. У меня есть камеры по периметру. И я ему сказала, большой брат следит за тобой. WhatsApp message. Message Мустафа. Месседж буду писать тебе. Так что вот. А, так. Здравствуйте. От вас веет позитивом, теплом и любовью. Спасибо большое. Олег прилетит в Москву на Новый год? Нет. Олег Новый год будет встречать со своей невестой в Барселоне. Будем вместе наряжать елочки. Мы тоже будем елочку ставить. Спасибо. Как приятно смотреть ваши эфиры. Они очень уютные и теплые. Спасибо огромное. Безумно нравятся ваши стрелки на глазах. Расскажите технику, как они у вас так получаются. Приходите на марафон. Я там провожу прям эфиры утренние по уходу за собой и по нанесению мейка. И показываю, как я наношу, что, какие средства. Как сделать это быстро? Так что приходите. В Москве у вас есть машина? Была, но мы ее продали для того, чтобы здесь погасить кредит за дом, вот за этот. Поэтому наша машина московская нас выручила в тот момент, когда началось вот это вот непонятное что явление с валютой, с картами и так далее. Я очень сильно напугалась, что у нас тут кредит валютный, и мы продали машину и загасили кредит. Так что мы счастливы, что у нас нет долгов. Зашла на эфир и поняла, что соскучилась по марафону. Наташа, мы уже завтра начинаем. Умная, красивая, любим вас и обнимаем. Спасибо, Танечка. Как же собачки? Собачки уже уехали сегодня к Карине. Уже сейчас они находятся там. Завтра приеду, их попроведаю. Привезу еще пеленки. Что еще могу сказать? В прошлом году они оставались у Карины. И сейчас они остаются у Карины. Как-то так. Сегодня у нас была еще уборка, клининг я вызывала, чтобы перед отъездом дом был вылизан, чтобы идеальненький прям был. Сейчас я вам покажу. Та-дам!
Вот, видите, все чистенько, аккуратненько. Все помыли, почистили, окна помыли. Все. Вот как-то так. На марафоне будут гости, кто будет из врачей? Будут, конечно. Все расскажу и покажу. Обязательно. У нас на марафоне в этот раз будут спонсоры. Уже сейчас двое. Одни с косметикой с немецкой, другие с корейской косметикой. Так что будет интересно. Скорпион тяжелый для мужчин знак. Ну, Диляр, мне кажется, что это все-таки все такое. Все люди разные. У меня муж тоже скорпион. Поэтому два скорпиона, видите, неплохо уживаются друг с другом. Прекрасно выглядите. Спасибо, Ксюш. У меня муж скорпион очень-очень хороший. Алтай, привет. Скорпион очень порядочный знак. Спасибо. Не поздно ли на марафон записаться? Машенька, не поздно. Любимый мой голос, если плохо, включайте и слушайте. Спасибо огромное. Какой у вас доход? Мой доход вас точно не касается. Считайте свои доходы, и тогда у вас все будет хорошо. Как только вы тратите энергию на то, чтобы полюбопытствовать, что в чужом кармане, ваша энергия денежная расходуется на этот чужой карман. И ваш карман будет дырявый. Поэтому думайте только о своих доходах. И тогда будет у вас счастье. Здравствуйте. Что скорпион, что дракон, вечный праздник и фейерверк. И плюс Ирина, это вообще мир. Все тепло, добро, приятный голос, что называется, все звезды сошлись. Спасибо большое. Здорово, мне очень нравится ваш сад. Скорпиошки самые целеустремленные, поэтому кажется, что мы тяжелые, а мы просто трудоголики. Ваш сын женился? Пока нет, пока он сделал предложение. Была помолвка. Когда будет свадьба, они нам сообщат, пока я не знаю. Добрый вечер, Нижний Тагил, привет. Добрый вечер, здравствуйте. Я тоже приду на марафон, приходите, ждем. Ксюша пишет, девочки, марафон это отдушина и для тела, и для души. Однозначно сходите хоть раз на марафон, потом захочется вернуться на марафон снова и снова. Красота какая, полная идиллия. Так раздражают вопросы, которые указывают на то, что не читают подробно посты. Не спрашивай, если не читаешь. Сочи или Кипр? Ирин, ну вот я не могу ответить на этот вопрос однозначно. Я могу сказать так. Если бы цены в Сочи были такие же, как на Северном Кипре, то я бы купила, наверное, в Сочи все-таки. Но это тоже не факт, потому что все-таки в приоритете у меня это нахождение рядом моих детей и внуков. Поэтому сейчас, на данный момент, мы пытаемся жить на две страны. К сожалению, обстановка международная внесла коррективы в это. Потому что раньше я думала, что я буду летать гораздо чаще. Билеты были не такие дорогие. Сейчас дорогие билеты, проблемы какие-то постоянно в международных отношениях. То карты работают, то карты не работают, то еще что-то, то самолеты летают, не летают. Ну, в общем, пока что все сложно, поэтому вот сейчас будем, конечно, летать, но гораздо реже. На марафоне эфиры ежедневно два раза в день, утром и вечером. Привет, привет, добрый вечер, пришла к вам на марафон, переживаю, смогу ли получить результат. Вообще не переживайте. У нас результат всегда стопроцентный. Если только вы слушаете мои рекомендации, все выполняете, вы просто в конце скажете «Спасибо огромное, можно мне на январь?» Добрый вечер, добрый. Какой правильный ответ на вопрос «Какой доход?» А то я уже устала от этого вопроса, отвечать неудобно. Мудрая женщина, женщина-богиня, спасибо. Как вам невестка? Очень люблю, нравится моя малышка, красавица, дюймовочка, принцесса, любимочка. Моя дочечка еще одна. Я скорпион, змея, у меня дракона, льва. Обожаю ваших девочек, слежу за семьей, сейчас дома два, удачи. 7 числа, наверное, эфира не будет, будете в полете, у меня как раз день рождения в этот день. А утром эфира не будет, потому что мы будем в полете, а вечером будет уже из Москвы эфир. Беременным можно на марафон? Только слушателям.
А по питанию все-таки беременяшка, мне кажется, не нужно себе ни в чем отказывать. А где познакомился ваш сын с девушкой? В высшей школе экономики. Они вместе учились в одной группе все 4 года. А, так, очень хочу к вам на марафон. А вы контролируете каждый день? Вы ведете девочек до конечного результата? Конечно. Я этим занимаюсь одна, сама. Вас веду всех утром и вечером. Так, девчоночки, приходите к нам на марафон, пишет Таня. Заряд энергии, личный рост, здоровье, стройность, переосмысление жизни. Все это вас ждет на марафоне. Сколько марафон по времени? Девочки, у нас идут эфиры в 9 утра по Москве, в 19 по Москве. Но все эфиры сохраняются в записи, поэтому их можно посмотреть в удобное для вас время. Поставила наушничек в ушко, идешь на работу, либо едешь и слушаешь. Это вот когда ты чего-то хочешь, когда у тебя есть цель, тогда ты 100% найдешь для этого время. Сидишь там, готовишь, ребенка укладываешь, наушничек один в ухо поставила, идет эфир, слушаешь, делаешь какие-то выводы. Поверьте мне, у нас психологические эфиры настолько интересные по вечерам, что вы просто будете сами включать кнопочку, чтобы послушать, вам будет интересно. Вы сегодня какая-то другая, как будто вина выпили. Странно вообще. Какая другая? Если я в хорошем настроении, если я вам отвечаю вот так, то я... А какая я должна быть? Вот скажите, пожалуйста. Вот очень странно, очень странно. Я не могу пить вино, потому что я за рулем еду. Поэтому я пью либо лимонад, либо какой-нибудь морс. Но разговаривать с вами, я и на марафоне такая же. Девочки, кто у меня на марафоне был? Ну-ка ответьте. Я что, на марафоне по-другому эфиры веду, в другом настроении? Мне кажется, я всегда такие эфиры провожу. Бодрящие. Привет всем. 100% результат. Я была 70 килограмм, а теперь 58. Я на марафоне похудела, кости да кожи, Таня пишет. Анечка пишет, вот 100% про марафон. Сбросила 6 килограмм и так и держу вес. Все полезно и легко. Вы будете самая лучшая свекровь в мире. Спасибо, Аллочка. Вы будете хорошей свекровью. Спасибо. Какие вы любите украшения? Конечно, я люблю золото. Белое золото. Раньше желтое любила, теперь белое мне нравится. Конечно, мне нравятся бриллианты. Но если жемчужные украшения, тоже мне нравятся. Какие-нибудь камни натуральные тоже нравятся. Самое главное, чтобы это было немного. Я не очень люблю, когда вот крупные, большие украшения. Мне больше нравятся изящные украшения. Сколько в среднем килограмм скидывают девочки? Кто как? Добрый вечер, очень рада вас видеть и слышать. С диагнозом сахарный диабет можно на марафон? Да, да. У нас с сахарным диабетом много девочек. В течение 3 лет шикарные результаты, потрясающие. Тогда я иду к вам на марафон. Сколько стоит? 2500. Начинается марафон завтра. Завтра у нас предварительный прямой эфир, а в понедельник старт. Здравствуйте. В антистресс. Спасибо большое. Вот из Америки Ксюша написала, что я антистресс. Только что ее добавила на марафон, кстати. Так, другая Ксюша пишет. Я за один марафон скинула 4 килограмма. Очень довольна, иду дальше. Я хочу к вам на марафон, когда следующий? Следующий марафон 5 декабря, послезавтра. Скажите, ваши девочки в марафонах не срываются? По-разному бывает, и срывы бывают. Самое главное, мне написать об этом честно, и мы тогда обязательно придумаем, что дальше делать. Какой у вас вес? Всегда на позитиве, он пишет Софа. То напишет, почему хмуро, то скажет веселое чересчур. О боже, люди, будьте добрее, вам прилетит добро. Так, моя знакомая сидела у вас на марафоне, скинула хорошо, так что все работает. Ирина, спасибо вам. А, здравствуйте, я вот тоже вроде немного надо сбросить, но боюсь, что могу сорваться. Не бойтесь. У меня есть дар. Я как кашпировская чума. Такое вам расскажу, что вы сами похудеете. Так, ну что? Я иду за позитивом, даже если не сброшу вес, хочу улыбаться, так как и вы. Марафон длится 3 недели. 20 дней. Ваша дочь участвует в марафоне. Зачем? Зачем?
Зачем? Объясните мне. Так, я после 18 ем. Дальше, девочки, все. У нас с вами сегодня есть такая миссия. Разыграть место на марафоне. Одно. Разыгрываем место. Это будет случайность. И два места на марафоне сегодня подарила одна из участниц марафона. Она оплатила сама два места и попросила, чтобы я выбрала лично, без розыгрыша, двух человек, которые будут участвовать в марафоне. То есть она оплатила эти два места. Плюс одно место, которое мы сейчас будем прокручивать, это то, что я дарю вам лично от себя. Поэтому не забывайте, что для того, чтобы поучаствовать сейчас в розыгрыше, вы должны помнить, что если фортуна будет на вашей стороне, вам нужно будет выйти в прямой эфир и подтвердить свое желание участвовать в марафоне. Ну что, поехали? Хочу в марафон, пишем. Все, кто хочет марафон, и я обязательно сейчас выберу одного из вас. Поехали. Хочу в марафон. Так. Я выиграла марафон, пишет Лариса. Нахожусь в эйфории. Спасибо, Ирина. Привет из Тюмени. Да, Лариса выиграла. Уже добавила вас. Как ваш муж относится к этим эфирам? Прекрасно относится. Прекрасно. Кстати, он очень любит слушать эфиры, когда я веду на марафоне. Он мне говорит, какая ты у меня умница. Я заслушиваюсь твои эфиры. Я на марафоне похудела, пишет Таня. Все слепнут от моей красоты. А мне нечего сбрасывать, тоже хочу к вам на марафон. Марго. У нас, кстати, есть девочки, которые приходят просто для того, чтобы зарядиться позитивом. Марафон называется «Марафон добра, стройности и позитива». Поэтому кто хочет, тот стройнеет. Кто не хочет, тот просто за позитивом приходит. Потому что вечером у нас с вами душевные посиделочки, мы с вами болтаем целый час на разные темы психологические. На марафоне хлеб кушаем. Но тот, который я вчера в сторис выкладывала, это гречневый хлеб. Тоже хотела бы попробовать. Хочу успехов, хочу, ого. Добрый вечер, хочу. Огромное спасибо тому, кто подарил. Очень-очень хочу. Хочу в марафон. Хочу марафон для моей мамочки, пишет Инесса. Инесса, сейчас участвуем. Мамочка, где живет Инесса? Хочу в марафон. Хочу. Хочу в марафон. Так, всем удачи. Хочу в марафон, чтобы научиться у вас оптимизму. Так, девочки, давайте пишем. Леночка Кривошеева была у меня на марафоне, 100%, я знаю. Танечка Филатова была на марафоне. Кто у меня тут не был? Я уже смотрю, все практически были. Итак, считаю до 10 и начинаю прокручивать. Итак, 10, 9, 8, 7. Пишите, кто еще хочет участвовать. Хочу в марафон. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Итак, я отворачиваюсь и пролистываю. Раз, два, три. Колесико крути. Пальчик покажи, кто у нас вышел. И раз, два, три. Так, итак. Галина Дмитриева. Так, выйти в прямой эфир. Галина Дмитриева выходит к нам в прямой эфир и подтверждает свое желание участвовать в марафоне. Если выходит, значит остается. Если нет, будем перекручивать. Оп, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Галина. Вы хотите участвовать в марафоне? Да. Подтверждаете. Откуда вы? Расскажите о себе немножко. Я из Молдавии.
Из Молдавии. Очень хорошо. А сколько вам лет? Мне 57. Вы были уже у меня на марафоне раньше? Да, я была. Первый раз, когда вы открыли марафон. А как вам понравилось? Очень понравилось, очень. Очень? Вы знаете, да, мне так приятно, вы даже не представляете, вот сколько девочек были, и все говорят одно и то же. Очень понравилось. Спасибо очень. Вам огромное просто за обратную связь. Я вас жду, пишите мне в директ, я вам дам ссылочку, и присоединяйтесь в нашу дружную компанию. Спасибо большое. Волшебного марафона. Вам также. Хорошего, всего хорошего. Спасибо. Все, нажимаем на крестик справа сверху. Поздравляю вас. Вот посмотрите, у меня, мне кажется, уже практически все мои подписчики побывали на марафоне. Поздравляем, поздравляем Галину. Так, ну что, а сейчас я бы хотела подарить марафон. Так, не вижу, не вижу. Значит, один марафон я дарю девочке, которая называется Анна Зая, Анна Зиза 01. Второй марафон я дарю Инесса Лайфгирне для ее мамочки, которая живет в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, девочки, отпишитесь мне, пожалуйста, в директ. Вам марафон оплатила одна из наших участниц для того, чтобы еще две девочки стали счастливее к Новому году. Вот такой подарочек сделала одна из моих марафонцев. Ну, а на этом мне бы хотелось поздравить вас всех. И сказать, те, кто не выиграл, девочки, не расстраивайтесь. Не такие большие деньги стоит марафон. Просто позвольте себе перед Новым годом уделить себе внимание и подарите себе этот марафон. Не экономьте на себе. Если вы на себе будете экономить, то на вас начнут экономить все вокруг. Постарайтесь сделать для себя хоть что-то приятное. Поэтому не такое уж большой вклад, но такой полезный, девчонки, просто сумасшедший полезный вклад. Приходите в наш душевный волшебный марафон, пишите в директ, у кого не получается написать, пишите на почту. Всех жду, всем пока. Всем доброе утро. Ну что, сегодня мы уже улетаем ночью, поэтому у нас сегодня последний день в этом сезоне на Кипре. Давайте с вами уже пройдемся по саду, сохраним это с вами в актуальный сторис, а когда мы вернемся назад, сравним, как сад выглядит после нашего отъезда. Это, конечно же, мы все занесем. Это все остается. Посмотрим, как это выдержит кипрскую зиму. Но судя по тому, что здесь все цветет и пахнет, пока что зима очень мягкая. Пока что. Посмотрите, как себя прекрасно чувствуют цветы. Очень хорошо просто. Ну, будем наблюдать теперь только по камерам. Даже арка, смотрите, как распушилась. Просто идеальненько. Запоминаем. Здесь у нас маленький участочек остался. Я думаю, что он уже через неделю закроется. Это мне подарила моя марафонщица. Смотрите, такую красивенькую бугенвилью. Но она, представляете, какая разрастется? Вот этот угол весь будет в бугенвилле. Розочка начинает распускаться. Целых 3 бутона новых и 2 старых. Но уже садовник без меня это обрежет. Канны начинают вылезать. Много вопросов. Куда делись ваши канны? Вот они, никуда они не делись. Они пошли на зимовку. Спать пошли. Я их обрезала, они пошли спать. Так что канны спят. Манго, запомните, какой он был высоты.
чуть выше середины вот этой зеленой палки. Франджипани облетит зимой, обычно так. Розмаринчик, лаванда шикарная, просто потрясающая лаванда. Наши деревья. Запоминаем, девочки. Вот у соседей какие выросли уже туи. Пальма наша любимая. Кокосовая. Жасмин. Туи. Ну что, давайте запоминать туи. Какие они у нас. Здесь мы уже все убрали, шезлонги, все. Значит, самая высокая туя вот эта. И она до конца забора не достает полторы досточки. Ну, одну даже. Ой, вот как уезжать? Смотрите, что творится тут. Ну вот как от этого уезжать? Боже мой! Одно только спасает то, что я внуков хочу увидеть. Смотрите. Так. Запомнили? Все, идем дальше. Сегодня последний раз сыграем в теннис, и стол тоже убираем. Запоминаем, запоминаем, как у нас все тут остается. Очень все симпатично, очень все хорошо. И огурчики. Сегодня сорвем огурчики. Кто-то хотел посмотреть канны в горшках. Пожалуйста, смотрите. Лавровый листик. Перчики. Все растет. Лучок растет. Все супер. Маракуйя. Малину. Витамины дали малине. Елочка. Инжир уже теперь, я думаю, без нас. Может, дети соберут. Это я сейчас обрежу. Вот такая красивая бугенвилия у нас такого цвета шикарного. И здесь. Ну что, все? Все запомнили? Сохраняю в актуальные сторис. И сравним с вами, когда мы прилетим весной. Девочки и мальчики, мне кажется, что шокировать меня уже очень сложно. Но я сейчас просто в шоке. Я 42 года страдаю мигренью, и вы об этом прекрасно знаете, потому что, ну, я иногда вам рассказываю про это. Это нестерпимая головная боль, которая выводит тебя из равновесия, просто выбрасывает из жизни, из нормальной. Очень тяжелая головная боль. С возрастом она стала более тяжелая, она стала распространяться на глаз, на затылок. В общем, не хочу рассказывать все это подробности. Не люблю рассказывать про болячки, но тем не менее. Благодаря вам, именно благодаря вам, я хочу огромное спасибо вам сказать, мои хорошие, которые знают о моей проблеме. И вчера мне просто засыпали сообщениями, видеосообщениями в директ о том, что сейчас делаются хирургические операции по лечению мигрени. Я не могу поверить своим ушам, я не могу поверить своим глазам, пока лично это не попробую. Я решилась. Я вчера написала доктору, он не ответил. Сегодня мы уже связались по видеосвязи, и он подтвердил то, что действительно сейчас лечат мигрень хирургическим путем. Причем операция длится не более 30 минут под местным обезболиванием. Это не общий наркоз, нет реабилитации. Человек сразу приступает к нормальной жизни. И 98% успешных случаев. Неужели это правда? Неужели это правда? Я готова просто расплакаться. Вот это у меня в гостях чай пьет, а? Я. Я. Соскучился? Да. Приплыли. Играем в слова. Ну что, лифтолук. Давно такого не было, я уже отвыкла от лифтов. Я поехала по делам. Если хотите, покажу вам куда. Ну что же, машину продала, теперь езжу в такси. Еду, знаете, куда? Хочу выбрать постельное белье красивое и халатик красивый себе. Так что еду за покупками.
Что там, Лёвушка? Что там, Лёвушка? Всем здравствуйте. Ну что могу сказать? Были мы на Кипре 8 месяцев. 8 месяцев я не была в России. Мы приехали. Все хорошо. Снежок. Замечательно. Но нужно не забывать о себе и о своем здоровье. Вы же знаете, что женское здоровье – это очень важно. Я на постоянной основе сейчас принимаю коллаген, но, к сожалению, забыла его на Кипре. Ну, конечно, что я сделала? Я тут же заказала, и уже вчера мне доставили. Это мой любимый коллаген Трипептид Премиум от компании Ultra Balance. Я беру только его, и вам советую. Кстати, девочки, вы не поверите, у меня на марафоне вчера буквально в эфире девушка написала, что по моей рекомендации купила себе такой же коллаген Трипептид. И что вы думаете? Она говорит, что качество кожи стало лучше, качество волос и ногтей. Подтверждаю, то же самое. Потому что здесь в составе есть гиалурон, витамин С и фибриган. Именно благодаря этому усвоение гораздо лучше. Ну что, следим за своим здоровьем. Не забываем о том, что наша кожа, волосы и ногти нуждаются в коллагене. А после 45, к сожалению, он уже практически не вырабатывается организмом. Девочки, следим за собой, за своей красотой и молодостью.